Дюреру было 27 лет. Он поработал в чужеземных мастерских, прошел замечательную школу итальянского искусства и теперь вернулся в родной Нюрнберг, чтобы работать самостоятельно. Апокалипсис появился в 1498 году на 15 гравюрах в немецком и латинском изданиях и превзошел все, что было сделано до тех пор в немецкой графике. Эта работа, полная молодого воодушевления и жажды деятельности, необузданной силы и убедительности, бунтовская и без предубеждений. И вместе с тем хорошо укладывающаяся в существующую иконографическую традицию. Дюрер, разумеется, работал не на пустом месте. Великолепное звено в общей цепи. Дюрером в апокалипсисе найдена золотая середина новаторства и традиции, почти неуловимая. Гравюра «Поклонение Агнцу». Иоанн видит одетых в белые одежды людей с пальмовыми ветвями в руках. Вместе с ними 24 старца и ангелы. На его вопрос ему отвечает один из старцев, наклоняясь перед ним. Это верующие всех племен и колен, народов, языков, которые должны защититься от бедствия и гибели. Один из старцев подставляет под кровь Агнца чашу. В тексте Библии говорится, что избранные омыли свои одежды кровью Агнца, которая принесет верующим избавление от гнева Божьего. На переднем плане на вершине горы на коленях стоит Иоанн, подается к видению, находящемуся в облачном кольце.